Опа, сейчас переведу. He's whistling here. What's up? Окей, ребята, добро пожаловать на очередную реакцию на канале Content Junkie. И вот сегодня я возвращаюсь к Димашу. О, да. И причина, по которой я это делаю, это потому, что у меня новые наушники, и я хочу послушать этого парня самым наилучшим способом. И да, песня «Чужестранец». Многие люди просили сделать реакцию на эту песню. И да, я сразу начну эту реакцию. И снова же фантастический голос. Я не буду много говорить, потому что я наслаждаюсь этой песней, и по моей реакции вы можете увидеть, насколько я люблю голос этого парня. И я очень рад, что меня наконец познакомили с этим невероятным певцом. И снова же, мастерское переключение между одним типом голоса на другой. Нет просто слов, чтобы описать этого маэстро, этого невероятного мастера вокала. Даже при наличии некоторых слов, чтобы описать это все, должны быть другие слова. Мы должны придумать другие слова, чтобы описать этого певца. Обожаю. И вот опять этот тон, про который я говорил в своей последней реакции. Помнится, что кто-то говорил, что это слово начинается на букву «Си», блин. Ой, блин, я не могу вспомнить. Мне говорили это слово, я знаю, что это за слово. Я даже загуглил это слово, чтобы запомнить. Но я забыл. Блин. Я как-нибудь вставлю это слово, потому что это слово, оно перемешалось в моих мыслях, и я забыл про это слово. Ну, ехали дальше. Ascolta la voce.
He's whistling here, what's that? Как я не знал об этом певце такое долгое время? Я работал с музыкантами по всему миру, и никто никогда не упоминал этого парня. И для меня это безумно просто. Честно, вот я... У меня просто нет слов. Здесь происходило столько всего. Я точно чувствую себя как ленивый музыкант. Когда вы смотрите его и потом называете себя музыкантом, вот тогда я чувствую себя как ленивый музыкант. Вау, невероятно, ребята. Тут больше нечего сказать. Это наичистейшая реакция, которую я могу вам дать, потому что я просто не знал, что меня ожидает. Огромное спасибо за просмотр. Не забудьте написать комментарий, поставить лайк, ну и подписаться. Это на канале Димаша. Ну и на моем канале тоже. Это поможет нам всем. Значит так, ребята, в одном месте я ошибся с переводом, где я сказал «мастерское переключение между одним типом голоса на другое», а нужно было «мастерское переключение между одним типом голоса и другим», или «с одного типа голоса на другой». Ну, короче, я перепутал. Меня кто-то в комментариях спрашивал, типа, могу ли я сделать вот это вот. А, ложные связки, про ложные связки меня спрашивали в комментариях. Я, честно, не знаю, что такое. То есть я знаю, что это такое, но не знаю, как это работает. Но и меня спросили, могу ли я это сделать. Ну, я сказал, что могу, и... Смотрели фильм «Хоббит. Пустошь» Смауга? Да, я могу так сделать. Я как бы не тренировался, и это просто оно есть. Я как-то подумал об этом и смог сделать. Поэтому да, вот оно у меня есть по ходу с рождения. Я не знаю, что это такое и зачем это нужно, но оно есть, да. В любом случае, я слишком много говорю. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами послезавтра. Желаю всем вам хороших... Выходные прошли, да? Я забыл. Всем пока.